называется «With Your Footsteps». Она на самом деле сродни то, что прозвучало сейчас, то есть разница в том, что иногда мы наоборот, мы замедляем ход, и жизнь заставляет нас идти быстрее и принимать какие-то решения еще быстрее, чем они должны приниматься. А эта композиция как раз об этих ощущениях. Спасибо, спасибо большое. Как-то раз я прогуливался по нашей замечательной старой Алма-Ате, и вот эти веяния, вот именно наши фирмы Алматы, той, которую мы, к сожалению, потеряли, родилась мелодия, и она называется «Найвок». Это своеобразное посвящение своему родному и очень любимому городу. Да, как вы могли заметить, многие мои композиции, мои любимые тональности для минор, поэтому не удивляйтесь. Это на всякий случай, если вдруг кому интересно. Thank you.
Первая вещь, она называется «Between Us». Как я уже говорил, самое главное — жизнь любить. И как-то раз у меня был человек в моей жизни, который подарил мне многое, и по результатам подаренного родилась следующая композиция. Thank you.
Спасибо. Приватный век. Я вообще. В заключение официально, скажем так, нашей программы. Мы сыграем одну мою старую композицию, она называется Chapters. Я очень часто люблю просто наблюдать за людьми и рисовать себе какие-то их судьбы, дороги, события и так далее и тому подобное. И в этой композиции я попытался выразить страницы людской жизни, скажем так, со всеми вытекающими последствиями. Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. Ну и тот самый момент, интерактив. Давайте проведем завершение этого замечательного музыкального вечера. Мы сыграем импровизацию, то есть все то, что абсолютно с первого раза, с первого дубля начнет приходить как мне в голову, как в плаку. Существует 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Назовите любую, и мы оторвемся от этой ноты, и пустимся в путешествие туда, куда заведет нас наши мечты, мысли и так далее. Смелее.